Сакура Харуна, характер этой девушки так и не был раскрыт до конца. По ощущению, ее любовь к Саске так и не получила ответа, а их свадьба – это ответ на прихоть фанатов. Она крайне цундеристая девушка, со взрывным характером, которая эволюционировала из тушки в чувственную девушку, которая может сопереживать, быть верной и надежной опорой, как для Хокаге, так и для мужа.